В ходе визита в Китай первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова встретилась в Харбине с вице-губернатором провинции Хэйлунцзянь Чэнь Шаобо. Мария Авилова отметила, что в 2024 году к городу Харбину приковано внимание всего мира. Благодаря личному участию президента Российской Федерации Владимира Путина в официальной церемонии открытия 8-го российско-китайского экспо в ближайшей перспективе стратегическое партнерство между Россией и Китаем выйдет на качественно новый уровень. Хабаровский край, провинция Хэйлунцзянь уже встроен в повестку обоюдовыгодного стратегического партнерства и готовы наращивать обороты по всем направлениям международного сотрудничества. В своем выступлении вице-губернатор провинции Хэйлунцзянь Чэнь Шаобо выделил три приоритета в укреплении добрососедских связей между нашими регионами: содействие практическому сотрудничеству в торгово-экономической сфере, совместное освоение и развитие острова Большой Уссурийский как демонстрационной зоны добрососедского сотрудничества между Китаем и Россией, укрепление международного сотрудничества в гуманитарной сфере, включая культуру, туризм, образование и спорт. Отдельно Чэнь Шаобо отметил важность наращивания взаимных туристических поездок и укрепления культурных контактов. Мария Авилова подчеркнула, что провинция Хэйлунцзянь является особым регионом-соседом Хабаровского края, поскольку является старейшим регионом-побратимом Хабаровского края в Китае. В 2025 году будет отмечаться 30-летие установления побратимских связей между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзянь. С учетом давних добрососедских связей, по итогам встречи достигнута договоренность сформировать двустороннюю рабочую группу для составления календарного плана проведения мероприятий в рамках взаимных дней регионов на 2025 год. Планируется, что в 2025 году будут проведены презентации торгово-экономических потенциалов регионов и встречи предпринимателей, презентации туристического потенциала и маршрутов, презентации вузов регионов. Также на следующий год запланированы совместные спортивные соревнования, концерты творческих коллективов регионов и выставки картин и фотографий. По словам вице-губернатора провинции Хэйлунцзянь Чэнь Шаобо, такие предложения правительства Хабаровского края являются бесценными. Он поручил народному правительству провинции Хэйлунцзянь включиться в работу по составлению плана празднования 30-летия установления побратимских связей между Хабаровским краем и провинцией Хэйлунцзянь. Провинция Хэйлунцзянь – основной партнер Хабаровского края в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой. После снятия ковидных ограничений прямые контакты руководителей двух регионов-побратимов активизировались. В 2023 году встречи губернаторов двух регионов состоялись дважды – в мае 2023 года в Харбине и в декабре 2023 года в Хабаровске.